Хейо, гайз, с вами Шумки, мы продолжаем проводить игру под названием Bugs Bunny и последнее время, либо Bugs Bunny Last Time. Окей, мы прошли средневековье, теперь нам предлагают вернуться в эру пиратов. Эра пиратов. И там у нас открылась новая локейшн. Не помню только где. Здесь морковочка надо. Вот. Ой, мы как раз сюда еще можем попасть. И это я еще открываю, да, новый уровень? Просто найс. Ну, погнали. Сэм встречает Банни. Золотые часы одна и золотые цаки две. Владимир Николаевич, у тебя дома. Даже не спрашивайте, почему там так озвучка. Да, тут неправильный огонь был. А он идет на второй этаж. О, хорошая прогрушенная вода, ребят. Просто белоснежная водичка. Чистая, чистейшая вода. Но я успею. Хорошо, золотая морковочка есть. Так, пока что идеально. Да, с водой, конечно, вышло некрасиво. Но все равно, как вы понимаете, это для PS... это PS-версия. Либо ПК-версия, кому как. Блин, а мне все равно морковки придется собирать, нужно будет найти уровень, там где много их. Это снова же тут же самое, хотя мы будем повторно бегать в одни и те же локации, поэтому я думаю найдем. Так от тебя от корабля ничего не осталось. Вот и все. Гравица поесть, машина летит. Ты прошел этот уровень. А, план... а давай-ка я сохраню твои победы. Давай, давай, чатландец. Спасибо, чатландин. Чатланин. Ку-чатланин. Ку-чатланин. Спасибо, чатланин. Окей, теперь у нас с вами доступно еще вот это вот место. И мы, конечно, туда отправимся, потому что у нас еще до конца серии очень много времени. Путь красных пиратов. Часы 4, золотые цаки 9. Хорошее попадание, прямо в прицел. Кровавые... А, тропы. Пираты. Ну, я запомнил. Лично я запомнил. Так, если... Да, и замечу, мне открылась та же самая сторона. То есть здесь есть и вторая сторона, которую я могу открыть. Но она закрыта. Буду надеяться, факел я могу с собой забрать. Ну ладно.
Я должен как-то сбалансировать? Давайте на W. Да, ты малый. Без ничего. Не без руля. А, у меня руля нету. Монать? Он осаживает. Скорпио. Так, ну смотрите, наверху. Да почему я не могу запрыгнуть на тебя нормально? Так, возьму коробочку. Как вероятность за лавовым, так сказать, местом что-то есть? Опять скорпионы. Stupid scorpions. Ouch. Надеюсь, он тут есть. Фух. Так. Так, там на запад. Готово. Теперь он будет постоянный звук, да, этот? Как обычно. Так, а потом мне его присоединить надо. А, сюда еще, походу, рано мне. Ну, блин, вот это звук, конечно. Как он раздражает. Так, штурвал нужно сюда присобачить. Стоп. Но я мог, по идее, на тебя просто запрыгнуть. Нет, не могу. Ох, нифига. Ладно, заберу. Запускаем. Ну блин, мне все равно сейчас факел поджигать надо. Ну какой ч... А что мне делать? Как будто у меня варианты есть. Ладно, думаю, успею. Буду надеяться, что я успею. Да ладно тебе. Да ладно, серьезно? Фух, я уже подумал, что не успею. Такой звук огня. Так, готово. И осталось только в одну сторону, это сюда.
истреблю вас. Факел. Где его поджечь могу? Все, я понял, где. Так, а там луна или что? Так, мне же еще морковки надо, не забыть. Так, я думаю, начну тогда с рычага. Так, рычаг готов. Цепляем рычаг. Ага, это мы открыли ворота на финиш. Так, осталось только поджечь. Атака. Атака. Так, теперь, по идее, часы должны стать нормальными. А, мне еще нужно север как-то разобрать. Допустим. А, все, я увидел. Так. Готово. Да-да-да, я понял, что часы. Фу, тишина, неужто? О, какое облегчение для ушей. Не, серьезно, если бы вы знали какое-то расслабление для ушей. Когда оно не орёт. Окей, продолжаем. Так, подожди, я часы же забрал? Забрал. Опа. Для супер прыжка нажмите действие. Ну ладно. Волшебное слово открывает эти ворота. Сизам, откройся, как говорится. Короче, понятно, туда еще рано. Рычага нету, как обычно. Для чего это? Ну ладно, зато у меня есть рычаг. Активейшн! Так, слышу скорпиона. Понимаем. Ну ладно, зато у нас есть рычаг. А, нет, это не рычаг, а штурвал. А вот и скорпион. Скорпион. Марко. Так, здесь нам нужно... потихонечку пройтись. Но. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. Как же это все небеспечно. О, часы. Так, по идее там было написано 5 часиков, должно быть еще что-то, да? Так, с той стороны закрыто. Так, а теперь вопрос, куда мне это нести? Все, я понял. На удивление, что эта херня на меня не нападает. Так, ладно, туда попозже пойдем. Если знать правильный угол подхода, то
тогда тут проблем нету. Ага, мы подняли плиту. Я типа, какую сторону он открывает? Типа дверь? Ну типа, тут ничего нет, как бы. На дверь открывает. Волшебное слово откроет эти ворота. Жалко, что я просто пролететь не могу. Подождите. Я не понимаю, что мне делать. Но он просто глазками, типа, туда-сюда. А куда мне идти? Ну окей, пускай эта дверь открылась, хорошо. И что я сделаю? А отсюда хотя бы выход есть? Что? То есть там где-то была кнопка? Че? Все, понял, мне просто... Эта херня просто теперь в другую сторону будет смотреть. Ну, типа, покатится колесо, я имею в виду. Да, да, я правильно это понял. Ха. Как в Лего Индиана Джонсе. Ну все. Хотя, ребят, на самом деле не все. Там, скорее всего, где туннель. Сейчас покажу. Вот там, в темноте. Если то темнота, тогда ладно. Если нет, тогда там что-то есть. Нет, это просто темнота. Ну ладно, тогда мы выходим отсюда. А, да, но ты забыл кое-что подобрать. Что? Давай-ка я сохраню твои победы. Давай. Спасибо, Шатланин. Слово, точно, секрет. Шатланин, секретное слово я забыл, давай. Золотых морковок сколько? Так, а теперь вопросик. А куда мне теперь идти? Это мы закончили. Наверх я закончил. Я остров полностью закончил. Больше мне не было сказано, куда идти. Ну ладно, сюда я зайду, чтобы морковку... НЛО, точно, ребят. Следующая серия у нас НЛО. Поэтому всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем пока.